На безымянном пальце певицы Максим вновь засияло нежное кольцо. Звезда поделилась снимком в Инстаграм, сославшись на рекламу ювелирного бренда. Но опытные поклонники уверены, рекламировать драгоценности можно ведь и на другом пальце. И слухи о свадьбе есть чем подкрепить. Недавно Максим возобновила отношения с бывшим мужем. На съемочной площадке, куда она пригласила экс-супруга сыграть ее любимого, Марина намекнула, что страсть между ними разгорается с новой силой.